минувшем году в Гомельской области в республиканском субботнике, который проходил 16 апреля, приняло участие 365 тысяч человек. Было заработано 1,9 миллиона рублей. В этом году мы ожидаем, что примет участие в республиканском субботнике жители Гомельщины около 370 тысяч. Будет заработано не менее 2 миллионов рублей. И в этом году 50% от заработанных средств на республиканском субботнике будет направлено в Гомельскую область для восстановления мемориального комплекса узникам Азаревского лагеря смерти.